Мы приехали в библиотеку имени Грина, потому что здесь открылась персональная выставка Татьяны Коршуновой, которая называется «Дороги». Дорога привела нас к дорогам, а приехали мы по дороге. Вот эта мысль. Я себе поставила задачу писать каждую неделю по работе нашу какую-то улочку нашего города. По субботам я пишу этюд. Среднестатистический кировчанин по субботам прибирается. А у вас суббота – это, получается, самый творческий, самый плодотворный день? Нет, я, наверное, как и у всех, тоже приборкой занимаюсь. Но этюд, он же пишется быстро. На этюд уходит час-два, а все остальное же время твое. Сейчас вы не остановились, вы продолжаете по субботам писать улочки нашего города. Да. Продолжаем. Что будет, когда улицы кончатся? Такого не может быть, их слишком много. Наши улицы и эта тема, она неиссякаемая. Ты все время находишь новую точку, какой-то новый ракурс. У нас же очень красивый город. Я иногда еду и думаю, о, какое состояние. И запоминаю его в глазах, чтобы потом вот это передать. Что вам позволяет быть оптимистом? Вот, например, я вижу плохие дороги, вижу ямы во дворах, вы видите красоту. Я счастлива от того, что дышу, от того, что смотрю, от того, что есть возможность рисовать. То есть секрет не в том, что вы, допустим, коньячок в кофе добавляете по утрам, а в том, что из тебя выходит вот какое-то такое состояние постоянного коньячка, что ли. Я люблю рисовать и все, и натюрморты, и цветы. Это тоже моя прямо тема. Иногда портрет. Что нужно сделать, чтобы вы захотели нарисовать портрет какой-нибудь блондинки? Наверное, эта блондинка должна меня заинтересовать. Да-да-да. Что-то как-то заинтересовать, видимо. Да-да-да. Ну, вы посмотрите по сторонам, Татьяна, вдруг что-то интересное увидите. Дороги мои, дороги. О, главпочтамт. Оля Бакина специально для «Вятка Тудей» с выставки Татьяны Коршуновой из библиотеки имени Грина. Дороги, дороги ведут до порога.